Всем, ребята, здоровья, свежество, и сегодня у нас реакция на FlexAir 8. Connect, короче, да, погнали смотреть. Так, звук, звук есть. Я, если что, не то чтобы шарю за FlexAir, но я смотрел предыдущие серии. Правда, сейчас серии выходят раз в год, поэтому я вообще ничего не помню, что происходило в прошлых сериях. Но в любом случае, каждый выпуск новой серии FlexAir — это событие. Потому что, ну это вы посмотрите, господи. Это же охренеть. Это же охрененно. Я правда не знаю, делает ли это один человек или нет. Я не уверен. Но вы, если что, пишите в комментариях. О, господи, боже мой. А что так резко и громко? Ой, жесть. Что тут, митинги какие-то или что? Что здесь происходит? О, господи. Не позволим! А чё не позволим? Господи. А чё там трах-трахач забыл? Господи, я не помню в прошлых частях. Ой, блин. Только начало, я уже смеюсь. Кермит еще инвалид. Хренов. Буквально. Ё-моё, угадно наглазы. Как я их давно не видел? Капец. Кто-то они до сих пор помнят. Ужас. Эх, старый добрый 2018 год, когда... Да я надувай. Да я надувай. Было вот это вот. О, Рикардо Милос такой. Это он свет в конце туннеля, только здесь Рикардо Милос в конце туннеля. Угадно Наклз видит, или что? Что происходит? Какая-то драма непонятная. Кермит горит. Погорел. О, фига брейкдансер. О! Ха-ха, бархатные тяги. Нормально. Уф. Что? Флэшбэк! Под темным обстрелом! О! Бешеный факт пошел. А я не знал, что у Ганнаказов тоже есть кольца. Блин. Ну охрененно просто сделано, я не могу просто. Между прочим, по-моему, самый длинный FlexAir из всех. Я посмотрел. Блин, и тут треки такие используются тоже охрененно. Крутой какой, а, вышла. Еще там... Все тут вот так вот. Why are you running? Why are you running? О, господи. Ё-моё, какой он пафосный-то, а! Фактами сейчас раскидает сейчас. Да, да, да. Господи, боже ты мой. Самокаты! Нет! Оля, смотри, какой довольный, а. Такой весь такой. Да. Нет, да. Кого-то жопа погорела. Самокат это зашел. Ну хотя я согласен, они задолбали, честно. Меня пару раз чуть не сбили. Танцует еще такой. На веселе, блин. Так что заслуженно, самокатчики задолбали. Это прям война мемов просто. Ничего себе, реально. Война мемов. О, господи! ЧВК этот Рёдан или Редан какой-то. Я про него вообще забыл, что он существует. Казалось бы, это не так уж и давно было, но как будто прошло лет 10, я не знаю. У вас тоже такое чувство есть? Кто-то что, кончай? Кого кончай? Что? Что такое? Что за парикмахерская, блядь? О. Ну чё? Здорово, отец. Блять, что за тяги? Такие бархатные тяги. Уф, реально, что за тяги, а? Кефтеме. Кефтеме. Кто ты, воин? Кто ты, воин? Кто? Ну, скажи. Ооо, ну этот воин точно не нуждается в абсолютно ни в каком представлении, как мне кажется. Вообще.
хрена себе. Огненный шар. Я думаю, какая-то суккуб-демон. Ух, ёптвою мать, у меня тоже такая же реакция. Ой, блин, охрененно. О, битуха пошла, реально, война мимов. Я так и назову, наверное, эту реакцию видео. Ой, господи. Правда, не совсем понятно, кто за что борется и против кого. Не совсем понятно, ну ладно. Ты чё такое полетело? Эй, пары пошли, эй! Это... А, точно, в прошлой серии же... Это Роскомнадзор Тян. Охренеть. Она же в прошлой серии, по-моему, появилась. Фига. Ну тут точно какая-то нейросеть использует, судя по... Блин, страшно! Она тентакли это не на керме, это на ступку не допустила. Я бы тоже обосрался бы. Она из всех высасывает... Баны? Что тут происходит? Ой, блин, я не могу. Ой, девочка, Бенди. Нормально, трак-трак отстреливается. А под наседкой на это смотрит. О, господи. Что за подпитка сил? Ни хрена она... Взрывучку устроила. Это чела штормит, однако. Даже скала в шоке. Посмотри, фактами защищается. Ну такой на самом деле не хил, так сильный щит у него. Прям ух. Скала, мне кажется, совсем не в доумении, что вообще происходит. О! Это кто подъехал? Рикардо Милос! Да. Райан Гослинг. И вот так вот еще не хватало. Само Гослинг еще. Я не помню, кто тут Чувиху зовут. Сакова... Я помню, с какого она аниме, только не помню ни название аниме, и как Чувиху это зовут. Котика с масликом убрали! Отобрали! Она еще ее силы подпитывала, что ли, этот котик? Да за что? Беги, дура, беги! От Роскомнадзора подальше, от ее банов! Вкусная точка, нормально, обкинула. Ёб твою мать, я даже не знаю, как он победит. Рикардо Милос очень силен. Она его тиктаклями этого самого окружила. Блин, страшно. Ебать, какой-то паурак, паухуй. И клешни, и эта хуйня, я ебал. Ой, блядь. Сука. Бляха, муха. Это гениально. Ой. Вылезла. Лоля. Это что за интервью? Неудачное. Опять он вышел. Так он же был в другом месте. Это он. Он вышел. Ля, как вышел-то. Как красиво, красиво. С лющей. Блять, чё прервать-то? Я только начал распеваться. Продолжаем выживать. По крайней мере, до следующей серии. Окей, продолжение следует. Блин, я даже боюсь представить, чем это по канале мимасное может закончиться. Я вообще даже, честно, не представляю, чем. Но это охрененно. Но, как мне кажется, скорее всего, будет еще как минимум две серии Флексера, и все.
Концовка будет на 10 серии. Короче, я жду финала Flexire, так как жду финала Драйверса. Вот, и оба закончатся на десятке, скорее всего, эти два произведения. Ну, это классно, конечно. Я поставлю лайк. Чё, я не подписан? Я не знаю. Я думаю, может сделать реакцию на предыдущей серии, не знаю. Но просто пока вот хоть какой-то там ажиотаж вокруг новой серии, думаю, сделать именно на восьмую серию реакцию. А если вам захочется, вы пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал реакцию на предыдущую серию. Вспомнил, так скажем, классику, если так можно сказать. Это легенду. Не, ну это человек, который это все делает, и, конечно, он сильно запаривается. Я вообще не представляю, как он все это делает. Но я бы за процессом делания всего этого бы посмотрел бы, если честно. Мне кажется, это очень интересно. Хоть и довольно точно утомительно. И за этим, конечно, надо сидеть днями, чтобы это делать. Ладно. Вот такая вот реакция. Ставьте лайки, дизлайки, это реакции. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходить уведомления о стримах и видео в будущем. Ссылка на оригинальное видео, на все в описании под этой реакцией и на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. И всем желаю здоровья, конечно же, мира. Всем пока-пока. Ждем через год следующую серию Flexire.